Микст не олимпийская дисциплина, но достаточно интересная. Здесь в команде две женщины и двое мужчин. Такое необычное сочетание, отмечают сами спортсмены, добавляет соревнованиям интригу. Ход игры всегда непредсказуем. Тем более, что участвуют в чемпионате сильнейшие спортсмены страны. Все 16 команд прошли жесткий отбор в регионах. И предсказать победителей, говорят судьи, практически невозможно. За звание чемпиона борется в том числе и сборная Краснодарского края. Победа в Сочи может стать путевкой на чемпионат мира по кёрлингу все в той же дисциплине микст. Достаточно престижно просто победить уже в чемпионате России. Это тяжело. 4 дня, 5 игр в день проходит. Поэтому с 8:30 где-то заканчивать будем около 12. Да, поэтому достаточно тяжело и физически. Раз. Ну, достаточно и престижное звание чемпиона России. И на чемпионат мира тоже хочется поехать. И там достаточно большие шансы у наших команд всегда в этой дисциплине. Кёрлинг все активнее развивается в регионах. Это значит, что молодежь интересуется интеллектуальными видами спорта, отмечают в федерации. Ведь чтобы играть в шахматы на льду, необходимо сочетание физических данных и умственных способностей.